Не знаю, во сколько он начинается. У модеров нет жизни, они должны сидеть на стриме. Не, мне нравится, знаете, я сижу, короче, вот пока идет катка, я вижу, там, допустим, 400 плюс человек сидит. Только я выигрываю, и просто хуяк минус 50. Типа, а, он выиграл, в пизду его, не буду больше смотреть. Че? Как так-то? Да говна ты кусок! Куда? Ты, бля, куда? Эй. Видели? Он убегал. Вау! Люблю тебя, говнотворение. Чел только варенье извел, я хз. Зачем вот так поднасирать людям? Просто взял и стратил банки, которые мне на победу, может, влияли бы. Так, а мне интересно, вот там видели сверху? Типа открыто было? Вот вопрос, кто это открыл? Ой, дебик! Пиздос. Просто 12 хп потерял. За просто так. Блять, я так испугался! Вот серьезно, я так испугался этого звука. Фух.
просто очко сжалось. Он даже дверь успел закрыть. Что? Чел забежал, успел закрыть дверь. Да, играл. Вот у меня вопрос, его не напрягло вот это вот жужжание? Типа, ну это, скорее всего, болотная тварь была. Никуда она не съебалась, вон она сидит. Так, здесь кто-то лутался. Надо бы понять, куда он пошел. Видимо, он ушел вон туда. Да, он здесь залутался. Либо он либо туда пошел, либо сюда. Я... Не, у меня пока не получалось. Я вот сколько играю, все пытаюсь. Хз, может скоро получится. Ну я стараюсь на самом деле. Ну, серьезно. Поверьте мне. Как сплетануть бичей. Ха, на изи банки просто. Посмотрим. Я сказал, раз в 2 часа. Ну, каждые 2 часа буду разыгрывать. Час 40 прошел. Канарейка. По-моему, тебя так еще никто не оскорблял. Так, ну мы сейчас типа по краю идем. Ходим мы по краю, ходим мы по краю. Ходим мы по краю родному. Ту-ту-ру, ту-ту. Чё? Таганка. Все ночи полные огня. Таганка. Зачем сгубила ты меня, Таганка? Я твой бессменный арестант. Погибли юность и талант. Погибли? Ну-ка еще раз. Еще выстрел, алло. Отлично.
Че нахуй все пришел вообще? Занято, блядь. Занято нахуй! Вам чё, блядь, не ясно-то нахуй, алло? Здесь народу должно быть много, на самом деле. У нас сверху чел сидит. Непонятно, там есть кто-то? Вроде нету. Немного не понял. Так, они друг друга не убили в итоге. Так, он кого-то целился же. А в кого он целился? Всех сторон. Так, ну мы в зоне. Вон он. Так, ну я знаю, где один. Я более чем уверен, что в кустах есть люди. Ну что ты не будешь убегать, что ли?
Чего, куда-то убежал? Так, ну, в моих бараках по-любому сидят люди. Какого-то из них. Еще одна на 16, пацаны. Такие дела. Еще одна и на 16. Так что, наверное, я завтра это залью. Не, вначале было неплохо. Вот этот... сейчас, конечно, я чуть не обосрался на самом деле. Когда дал один шот в молоко практически на 7 урона. Это было говно. М16 возьми. Спасибо, братан. Нет. Какая игра твоя была любимая, когда ты был маленьким? Я играть начал с Дэнди. На Дэнди я помню... Дэктайл. Как она? Дактайлс. Ну, Утиные истории. Короче, там ебучий Скрудж. И можно было прыгать на палке, как на бутылке. Вот. И ты такой тип на палке прыгаешь, пиздишь всех. Там какие-то приколы, рофлы с этой палкой были. И секреты какие-то там были на уровнях. Ну, такие платформеры, короче, мне. Не платформеры. Да, платформеры.
нравились. Сколько нужно топов, чтобы занял топ-1? Да хуя, там очень много надо. То есть в соло на ПК. Сейчас мы Fortnite трекер откроем. Fortnite трекер. Соло. Так, на четвертом месте я сейчас. До третьего места мне 50 с лишним побед. Мне постоянно в жопу дышит NetJay, который играет на PSN, у него 233 победы. При этом у него на 160 матчей больше сыграно, но у него винрейт там что-то около 20-25,5%. У меня сколько? 31,7. То есть, ну, у меня, по-моему, самый высокий винрейт среди топов. То есть вот у чувака, который первый на ПК сейчас, у него 28,3%, и у него 329 побед. То есть мне нужно почти сотку побед, чтобы его догнать. Но это Unreal. Потому что этот чел каждый день играет, соответственно. И каждый день он делает примерно то же самое количество побед, как и я. То есть я делаю, допустим, 10 побед за стрим. И он делает там побед 10 за день. Я не знаю, стримит он или не стримит.